классно, если оно не размазанное. И если хорошее качество у айфона, то если ты худой, то ты на любой фотке будешь офигенно выглядеть. А рассказывается до того, что я тебя классно пофоткала, потому что когда человек худый, то ему всегда классно получается. А у меня что не с фоткой, то жирна ляха, то бочина. Вечером охеренно гулять, потому что солнца нет, ничего не печет. Но, блин, приехать на отдых, чтобы целый день тупо в отеле просидеть, и потом только к вечеру выйти на улицу, то это хочется целый день где-то лазить, гулять. Надо по-любому чем-то солнцезащитным мазаться. Мне кажется, теперь нам туда. Ой, видите, все на красный идут. Да, мы будем запахнем. Чего? Не знаю. Бухают и ходят медленно. Вечером только жизнь тут начинается. Да. Потому что мы сегодня шли во сколько? В 11 утра. Кроме туристов вообще никого не было. Только были туристы возле всяких памяток. А так-то вообще не было, ну, самих людей. Они, походу, ну, испанцы, у них только вечером только жизнь начинается. Они все выходят вальяжно, сидят пивко, там алкогольчик всякий выпивают. Вот, смотрите, сейчас. И все только бухают? Да. Мало никто не ест. Я бы хотела где-то посидеть с Ангрию попить. Может, где-то увидим. Сандвич можно в магазине взять. Ты что, шапи брал? Не, я хочу типа, в магазине, но не так совсем. Ой, в кафешке. Каждые 5 метров вот такие вот кафешки на улице. Все культурно. В магазине, ну типа как ты в этой паке, как будто... Это не паки, а бутылка. Нет, такая картонная. Я имею в виду, что оно там просто как вино. А настоящую сангрию, вино, туда минералку или шампанское, тогда оно совершенно же другой вкус. Вот, такое вот происходит везде. Все пьют? Вислово. Не, бабели пьют его кофеек. Оно целый графин сангрию. Что в кроссах офигенно просто, потому что в шлепках так уже ноги натрудились, только мозоляк уже реально, а в кроссах идешь и кайфуешь. Напиши, Зая. А я в кедах. Две такие огромные мозоляки у тебя на больших пальцах. Когда они же треснут? Свадьба? Да шучу, конечно. Видишь, лучше. Плячусь. Да, стрелочка. Сейчас куда-то не пидем. И тут зонтик нарисован. Вот мне нравится в Барселоне то, что везде типа такие а-ля стрелочки, указатели там, что где-то там памятник, такая маленькая картиночка, где пляж. То есть более-менее, если ты не местный, все равно можно ориентироваться. И вообще то, что ты не знаешь язык, то это вообще ничего не значит. Тут тебя, тут такие-то доброжелательные люди, что они тебя на любом языке поймут. Мы сейчас в парке Сьюта-де-Лия. Тут столько вот лебедей, голубей. Люди катаются на лодочках и кормят лебедей. Какая красота! Голуби обсели это дерево. Посмотри, какая пальма. А мы еще в парке Сьюта-де-Лия, и вот тут такая красота. Такой необычный фонтан.
такую лодочку, прокатиться по этому красивому озеру. Серёжка, масла, а я сижу отдыхаю. Чего себе, сколько тут гусей. Это видео о том, как мы отдыхаем. Передаем привет Юрку, который бы сказал, это видео о том, как мы охудеваем. Потому что Сережка маслает, Вика отдыхает. Так это две бабы. Да? Там один чувак. Это не чувак. Вторая только. Это не чувак. Сейчас мы подплывем к уточкам, и я буду снимать дальше. Подкрадаемся мы к уточкам. Ого, какая цесарочка. Даже не реагирует. Лёжоры. Среди гусей еще и чаечка припрятала, чтобы ее тоже покормили. Хитрюля. Да, похож на айс. Да, ты плывешь прям за уточками. Трень сейчас кружочек выстроят. До этой большой оравы плыву. Они так смешно на воду спускают. Были мы сегодня пару местов, местах. Пяти места. И мы ничего не потратили вообще. Мы ездили по Т-10. Да. И ничего. Пили воду с этих краников. Короче, взяли с дома бутылку с водой литровую. Выпивали, там ее просто пополняли. Типа бульвяги есть. И все, там только пить хочется. В некоторых парках, где нет вот этого вот бювета, то продают воду по 1 евро за 0,5. А сейчас будем тратить деньги на еду, получается. Пожрать хочется, целый день ничего нет. Пришли мы в какое-то место. Пока заказали сангрию. И еще что-то там. Паэлью с морепродуктами и салат. Ждем. А я Нам вот такой вот. Ну, для нас, конечно же, лично. Сангрия, вот это вот корыто и салат. 18 евро. Колесо заткнется. Ay, ay, amor.